Будущей биологии. Вот эта фотография подвернулась почти случайно. Еще раз подвернулась, еще раз. Это шуба. Ее нельзя ни скребками, ни напильником, ничем. Вот. Никто в лесу этого не делает. Какого хрена придумали плодовые деревья? Они покрылись мхами, лишайниками, грибами. Это шуба, это защита. Даже грибы, которые едят, вот, поверхностный слой отмирает, вот, и они едят грибы. И не нужны никакие опрыскивания. Если даже остановить процесс развития грибов, дерево как умирало и будет умирать. Но если это в природе, перенесите в сад, поверьте, то, что считается сад вынужден культурным уходе, это все туфта и чушь собачья. Ну, а сейчас лесникам дать задание, дать им скребки или щетки по металлу, да? Представляете? Смеху-то будет. А может, организовать школьников? Мы же когда-то ходили на сбор колосков, каждый колосок собирали. Давайте здесь дури мальцев до конца. Давайте эти деревья дикие защищать. Придумать такое, шкуру с них снимать. О, я уже не выдержал. Но вы представляете, человек за несколько минут умудрился все выложить. Щетки, ножовки. Это он скребет ножовка. Удобно, кстати. Нож. Мастерок. Или как он там, забыл уже, этот самый, шпатель. Вот. И просто уже пожалел, взял верхонку и давай скрести. Даже это ему не нужно. Не нужно это дерево.